22 марта завершилась регистрация. Волонтерские штабы по поддержке платформы для голосования за необходимые для жителей объекты инфраструктуры. Оно пройдет в рамках программы формирования комфортной городской среды. Более 1000 волонтеров в Подмосковье примут участие в этом масштабном проекте. Активисты будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение. Также с помощью добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе 50.городсреда.ру и проголосовать. Онлайн-голосование по выбору территории для благоустройства на 2022 год пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Будем ходить по улице с планшетом, подходить к гражданам случайным образом. И их опрашивать, с их согласия, где мы хотим садик, где мы хотим парковку, где мы хотим детскую площадку. Принять участие в голосовании сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год.